потом будем заливать. Только сейчас не заливайте сразу. Контур сделали, все, подождите меня. На столах печенье, глазурь и кондитерская посыпка. На доске схема выполнения кропотливой кулинарной работы, о которой рассказывает кондитер Елена Галаян. Специалист встретилась с химчанами на очередном мастер-классе, чтобы рассказать и показать горожанам, как аккуратно раскрасить выпечку и сделать из нее произведение кулинарного искусства. Поделилась кондитер и некоторыми секретами, например, как освежить засохший пряник. У вас вот пряник лежит. Ну, дети забыли на столе или там еще что-нибудь. Как можно размягчить хлеб? Чай бросить. Нет. Ну, так, чтобы нужно было кушать его. Над паром. Ну, глазурь, пряник, это все поплывет. А я буду брекет положить. Пакетик, правильно, со свежим хлебом. Берете свежий батончик, кусочек один, кладете на него пряничек, с утра достаете, он мягкий-мягкий. Занятия по кулинарии, декоративно-прикладному искусству, рисованию и многим другим видам творчества уже стали традиционными. Тематические мастер-классы проходят в Химках каждый день. Подробную информацию о них можно найти во вкладке газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.